Patram kanjanakshim manogyam stanayugagatamokta damadiptam kishorim brajapatisutakantam radhikam ashrayeham brajapatisutakantam radhikam ashrayeham bhajami radham aravinda netram smarami radham madurasmitasyam padami radham karunabharardram tato mamanyastim gatirnakapi adevika kubara gadgadaya dyavacya yacheni patya bhuvidandava durbatarti asya prasadam abudasya janasya kritva gandharvikeni jagane gananam videhi gandharvikeni jagane gananam videhi Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вриндам Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Прежде всего мы бесчисленные дандаваты пранамы лотосным стопам Шрила Гурудева Нитилила Правишта, Ом Вишнупада, Стутра Сата Шишимат, Бхактивиданта Нараяна Госвами Мараджа, всей Рупануга Гуру Парампаре, восходящей Господу Кришне. Также всем преданным здесь, в Ереване, также в электронной трансляции, я знаю, многие празднуют сегодня, у многих уже ночь, у тех, кто в Сибири, все еще празднуют. У нас сейчас 10 компьютеров. Спасибо, что вам пришли, приехали или настроились на нас. Дандават Пранамы. Так, Шри Кришна Джанмаштами Ки Джай. Сегодня очень большой день. Я помню, как Шрила Гурудев всегда устраивал огромную процессию в Матхуре. Играл оркестр индийского джаза. Пели киртан. Большой-большой киртан. Все отправлялись в процессии со слоном, с верблюдами по всей Матхуре. Огромное количество Матхураваси, жителей Матхуры, многие из которых были учениками Гурудева, приходили в этот день наш Кешава Джагаудия Мат праздновать этот замечательный праздник. Итак, заслуга Шрила Гурудева, огромная заслуга Шрила Гурудева, прежде всего перед Бриджабаси, перед жителями Вриндавана в том, что он показал им, что Кришна — это сын Нанды и Яшоды. Именно. Сын Нанды и Яшоды. Почему? Потому что в Шримад Бхагаватам мы читаем, и обычная масса людей знает, что Кришна сын Деваки и Васудевы. Конечно, это тоже правда. Каким образом и то, и другое правда, точнее говоря, каким образом только лишь то правда, что Кришна это сын Нанды и Яшоды, мы будем обсуждать сегодня. И, как я уже говорил, наша программа сегодня из нескольких частей, и будет две лекции, сейчас первая лекция. А на второй лекции мы будем читать Ананда Вриндавана Чампу и те смельчаки и твердые бхакты, которые просидят с нами до полуночи, будут слушать это. Итак, Шрила Гурудев всегда говорил очень сладостную харикатху в этот день. Он всегда разбирал одну песню, которую мы пели сегодня. Кто же такой Кришна? Почему он явился? Все это будет звучать сегодня, но прежде всего я хочу упомянуть о причинах явления Господа Кришны. Шрила Гурудев рассказал нам об этом в сокровенных истинах Бхагаватам. Да, это во всех лекциях, в которых он говорил о Бхагаватам, он говорил также о причинах явления Кришны. Итак, мы знаем из Бхагавад-гиты «Яда яда дармасья нарвати барата аджукшанам аддармасья». Гванир. Паритраная саду нам, и наша ячедушка там, дхарма самстарпанатта нам, самбавами юге-юге. Когда адхарма, то есть атеизм, отсутствие религии процветает, когда на планете много демонов, говорит Кришна Арджуни, я сам прихожу, чтобы восстановить религиозные принципы. Я прихожу, чтобы покарать злодеев и защитить праведников, защитить преданных. Конечно, Кришна беспристрастен. Конечно, он относится ко всем одинаково, но больше всего он любит своих преданных. Можно найти противоречие. Почему же, если Кришна такой беспристрастный, он больше любит своих преданных? Конечно, отец или мать любят всех своих детей поровну. Но в то же время у них есть определенная симпатия или определенная склонность к какому-то из детей.
Особенно если, в особенности, если этот ребенок что-то дает родителям, что-то очень важное, да? Допустим, один ребенок какой-то герой или чемпион, или лауреат, или что-то там вроде, знаменитый кто-то, конечно, родители любят его больше, только не показывают виду. Они не скажут младшему сыну, что ты такой, как это, бесталанный, а старший сын талантливый, поэтому мы его любим больше. Вот. Самое главное, что старший сын, он тоже что-то сделал очень серьезное для родителей. Он им дал какой-то особый дом там или еще что-то, построил на эти деньги, он талантливый, он получил много денег и построил для родителей дом на старости. Вот они его любят чуть-чуть больше, только не показывают вида. Вот. Это преданность сына родителям. Таким же образом, преданные, они, конечно же, всегда склонны к Кришне более чем к Адхарме, а к Адхарме, к отсутствию религии склонны демоны. Поэтому Кришна, он знает, что они его часть, но они не любят, то есть он не любит их так же, как любит Кришну. Вот. Это одна из внешних причин. То есть полубоги вместе с Брахмой, они обратились к... в обществе Притхиви, то есть планета Земля, они обратились к Вишну, который возлежал в Молочном океане, и сказали: «Господи, сколько еще нам терпеть? Когда же ты сам спустишься к нам?» Брахма был так беспокоен, и Кришна сказал, Господь, Гарбода Кашая Вишну, сказал: «Я знаю обо всем. Я знаю обо всем, так же, как и мой Прабху, Верховная Личность Бога Шри Кришна. Поэтому наверняка он придет очень скоро». Это одна из причин нисхождения Кришны. Столько разных причин. Еще мы процитировали стих, нужно было устанавливать юга-дхарму, нужно было устанавливать религиозные принципы. Божествам уже не поклонялись так, как раньше, а ведь это была юга-дхарма, поклонение божествам, вы помните? В сати-югу, в золотой век, что? Медитация. Поклонение Господу через размышления о нем, медитация. Затем в трета-югу, это жертвоприношение, яги. Затем два парвы наступило, и это поклонение божествам, арчана. Но со временем арчана начала забываться. Все больше и больше людей стали отвлекаться от арчаны, стали смотреть налево, направо. Адхарма стала очень влиятельной в обществе. И люди поэтому позабыли поклонение божествам. Вместо этого разного рода неавторизованные практики появлялись. Люди уже развивали демонические качества, демоны начали покушаться на храмы. Это все в конце Двапара-юги. Вот, поэтому Кришна явился в этот мир. И когда Кришна является, мы должны знать, что все аватары входят в его тело. Никогда не бывает так, чтобы аватары не присутствовали в теле Кришны. Поэтому Кришна явился, он убил множество демонов, он убил множество нечестивцев. И все это делал не сам Кришна. Кришна ничего не знает о них. Он мальчик-пастушок, он играет во Вриндаване. Вопрос, как же он убивал демонов? Есть две лилы, пракат и апракат. Пракат означает та лила, которая происходит в духовном мире. А апракат означает та, которая происходит здесь, когда Кришна приходит. Когда Кришна приходит сюда, он убивает демонов, реальных демонов, которые завистливы, которые ненавидят его, поэтому он их убивает. А вопрос, в духовном мире, в апракат лиле, в трансцендентной лиле, убивает ли Кришна демонов? Ответ нет. Существует только абхиман, только представление о том, что они там присутствуют. Также Кришна приходит сюда, он являет джанмалилу, лилу рождения. А рождается ли Кришна там? Конечно, нет, потому что он вечно присутствует там, в нити лили. Вот, с другой стороны, Шри Сампрадая, вайшнавы, которые поклоняются Лакшми Нарайане, они говорят: «О, вы, гаудии, вайшнавы, или те, кто поклоняются Кришне, они поклоняются только лишь одной аватаре», они говорят. Вы поклоняетесь игровой аватаре, которая рождается, которая Кришна маленький, он растет, он слабенький, он как человек. А наш Прабху Нарайана, он аджа, он нерожденный, поэтому они говорят Нарайана первичен. Их главное писание – Вишну Пурана. Вот они как бы ставят нам в упрек. На самом деле Кришна говорит в Бхагавад, в Шримад Бхагаватам говорится о Кришне. «Это чем шакала пумса Кришнасту Бхагаван своем индрадим вьякулам локам бридаянти юге юге». Этот стих следует после того, как Шукадев Госвами перечисляет 25 аватар.
25 основных воплощений, перечисленных Шримад Бхагаватам, и после этого говорится это Чамшакалапунса, среди всех этих аватар, Кришна – это изначальный источник. Кришна – изначальный источник, и Он является первопричиной всех аватар. Аватары неисчислимы. То, что упоминается 10 основных Даши Аватара, да, мы будем петь еще сегодня Даши Аватара Стотру, Джавдеву Гусвами, или 25 упоминается в Шримад Бхагаватам, это не означает, что их число конечно. Перечисляются только основные, но на самом деле их число бесчисленно, бесчисленно, как волны в океане, говорится в этом стихе. А Кришна – это изначальный источник волны. Волны невозможно сосчитать, невозможно сосчитать песчинки на одном и том же пляже. Что говорить о воплощениях Кришны? Они неисчислимы. Но Кришна – изначальный источник, мы должны знать. Если кто-то не слышал этот стих из Брахма-самхиты, первый стих, то послушайте, если вы слышали и знаете, то повторите вместе со мной. Ишвара Парама Кришна Сатчидананда Виграха Анадирадир Говинда Сарвакарана Карана. Кришна – это Ишвара, Он – изначальный Господь. Ишвара Парама Верховный, Кришна. Имя Кришна. Кришна означает, Акаршана означает привлекать, притягивать. На означает давать ананду, давать наслаждение. Тот, кто нас притягивает в этом мире, он дает нам радость, он дает наслаждение. Это две стороны одной медали. И притягивает, и дает радость. Он не может притягивать, если он не дает счастья. Таков Кришна. Изначальный источник всей красоты – это Кришна. Вот. Но Ананда – это также его внутренняя энергия, Радика. Да? Раз, как там? Махабхава сварупа шри рада такурани сарва гуна стани сарва канта ширамани. Она средоточие прекрасных качеств Кришны. Она его внутренняя энергия, она его энергия наслаждения, хладини шакти. Рада и Кришна всегда вместе. Поэтому главной целью явления Кришны является раса лила. Ой, и забежал вперед. Это я хотел упомянуть в последнюю очередь. Это самая главная цель, но я уже проговорился. Самая главная цель – это раса лила. Кришна, мы говорим, Он Верховный Господь, правильно? И это подчеркивается очень серьезно сперва, перед тем, как мы слушаем о расе лиле, о лилах Кришны с Гопи. Лила Кришны с Гопи – это не какая-то дешевая тема. Это очень-очень возвышенное повествование. К слушанию такого повествования нужно быть готовым. Нужно слушать Харикатху, нужно знать Таттва Сидданту, нужно знать установленные истины о том, кто же такой Кришна. Поэтому сегодня мы будем говорить и Таттву, кто такой Кришна, и расу будем обсуждать. Его раса Лилу немножечко затронем, насколько был Кришна прекрасен, когда он был на Расалиле. Понимаете, все понимают Расалила. Так. Танец раса с юными гопи, пастушками Вриндавана – это высшая его лила. Каждый преданный хочет развить определенный вид взаимоотношений с Кришной. Мы, гаудии, последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, хотим, чтобы мы вошли в танец раса, хотим войти в танец раса. Мы хотим осознать Кришну как нашего драгоценного возлюбленного. Если мы будем поклоняться в линии Шри Чайтаньи Махапрабху, это наверняка произойдет, не может быть сомнений в этом. Итак, Кришна – Верховный Господь, и Он – Атмарама Аптакама, мы говорим. Атмарама – Он черпает наслаждение сам в себе, а Аптакама – у Него нет неисполненных желаний. Но в то же время желание у Него есть. Как это понять? Кришна – это средоточие всех кажущихся противоречий. Мы должны их понять. Всех кажущихся противоречий. Но как их устранить? В нашем материальном мире, если есть противоречия, большая проблема. Человек, допустим, талантливый, да, но он не может свои таланты задействовать. Почему? Допустим, инвалид, да, прикован к постели. Противоречие. Как его устранить? Ну, он пытается что-то делать, не отходя от койки. Вот, но это несовершенно. Но Кришна, Он одновременно, например, Сарвагьята, Он знает все, и Мукдата, он как бы немощен, да, то есть Он как маленький ребенок. А? В неведении. Он в неведении, да, Мукдата, то есть Он в неведении. Также Он средоточие всех энергий, Он средоточие всего могущества, в то же время Он
слабый ребенок. Как нам это уладить? Как нам это уладить? Кришна желает наслаждаться своими лилами, которые могут происходить только в его Кришна-лиле. Перед Господом Кришной пришел Рамачандра. Рамачандра — это воплощение всей марьяды. Марьяда — значит этикета, означает правил, которые действуют в обществе. Если бы Рамачандра не пришел, людям было бы просто не понять Кришна-лилу. Кришна-лила неповторима. У Кришны 64 качества. Среди них 60 свойственные всем остальным воплощениям, таким как Нараяна, Нарисимха, Вамана, Кальки, очень многим. Но Кришна обладает 64 качествами, которые не свойственны никому. Что это за качества? Четыре вида мадхури. Да, сладости. Рупа мадхури, сладости образа. Никакое другое воплощение, никакая аватара не обладает образом Трибанга Лалита, изогнутым в трех местах трансцендентным телом. В трех местах. Нога его стоит вот так, вы видите, как Кришна стоит, да? Его бедро изогнуто и вот так вот он держит руки. Шрила Гурудев нам показывал, как Кришна играл на флейте, знаменитая фотография, да? Гурудев даже позировал, когда Шримати Шримарани Диди рисовала Сева Кунш картину, он позировал и за Радху, и за Кришну. Да. Так вот, Рупа Мадхури, его сладость его образа. Дальше Вена Мадхури, сладость его флейты. Никакое другое воплощение, никакая аватара не играет на флейте. Но вы можете сказать, ведь у Рама тоже, у Баларама тоже есть флейта. Да, есть, но она не занимает такого значения. Она заткнута у него за поясок. А мальчики-пастушки также, каждый имеет по флейте. Но они, несмотря на то, что играют иногда, их флейта никогда не звучит так, как флейта Кришны. Да? Даже в этом мире, допустим, много скрипачей, но так, как Паганини не играл никто. Вот, поэтому это грубые примеры, извиняюсь, что я прибегаю к такому. Вот, но Кришна — это главный из всех флейтистов. Это трансцендентный флейтист. Затем Лила Мадхури, его Лила. Венец его Лила, конечно, раса Лила. Раса Лила, она не свойственна вообще никому другому, только Кришне. Он танцует с гопи. У него есть мальчики-пастушки, да. Он сын Нанды Яшоды, но Рамачандра тоже сын Дашарадхи и Каушали. У него тоже есть друзья, да. У него тоже есть братья. Он тоже с ними играл, когда был маленький, но никогда не так, как Кришна. Там все подернуто Айшварией, подернуто великолепием, роскошью. Это прекрасно, это сладостно, но это Айшвария. Айшвария тоже сладостно, но Мадхурия Кришны, она неповторима. Вот мы упомянули Рупа Мадхури, Вена Мадхури, Лила Мадхури и Према Мадхури. Према, которую дарует Кришна, несравненно ни с кем, потому что это чистая Мадхурия. Стопроцентная, более того, 108. Столько Мадхури. Вместе с тем, врач, мы знаем, средоточие Айшвари, средоточие великолепия. Но это великолепие, оно настолько подернуто Мадхури, что просто тонет в нем. Это сравнивается с кипячением молока. Когда молоко кипятится, в нем может быть какая-то травинка попала туда. Или, допустим, какая-то специя, да, в виде там. Кусочка чего-то, допустим, это, как называется, молоко часто, фенхель. Шафран. Не фенхель, а это... Шафран? Шафран, нет. Аналь. Хорошо, шафран. В общем, это вздымается вверх, и так далее, и так далее. Иногда уж и опять исчезает. Вот Кришна поднял Говардан. Многие не поняли, что к чему. Потому что это его мадхури. Никто не знал, что это Бхагаван и так далее. Когда кто-то начинает говорить Бхагаван, тогда Нанда Баба смеется очень громко, как во Врадже. Кришна Бхагаван. Бхагаван — это Нараяна. Впрочем, мы вернемся к этому. Вот. Мы сказали, главной причиной явления Кришны — это раса, лила. Другие причины нисхождения Кришны. Вы помните о лилах Джая и Виджая? Нет? Джая и Виджая были спутниками Господа Нараяны на Вайкунтхе. Они бдительно охраняли ворота Вайкунтхи, но когда к воротам Вайкунтхи подошли четверо кумаров, маленькие, голенькие, пятилетние мальчики, великие мудрецы, первые
рожденные из ума сыновья Брахмы, которым он велел поддерживать творение путем творения потомства, они отказались. Нет, мы хотим быть брахмачари. Тогда Брахма разгневался. Брахма разгневался, из его межбровья выскочил Рудра. Ну, это особая история. В общем, эти мудрецы, великие мудрецы, не могли проникнуть куда угодно. И вдруг стражи Вайкунхи заградили им путь. Что было делать? Конечно, нужно было рассердиться и проклинать. Это четверо кумаров и сделали. Поэтому они прокляли Джая Виджаю. Вы недостойны жить на Вайкунхе, потому что вы даете волю гневу. Вы отказываетесь пропускать нас, преданных Господа, на встречу, на даршан нашего Прабху. Поэтому вы родитесь в материальном мире 3 раза, как демоны. Первый раз Джая Виджай пришли как Хираньякша и Хираньякашипу. Хираньякша убил Господь Варахадев, Господь Вепрь, а Нрисимхадев, получеловек, полулев, убил Хираньякашипу. И затем Рама-лила наступила, и они пришли как Равана, великий демон, десятиглавый враг Рамы, и его брат Кумбхакарна, который царь всех сонь. Тех, кто спит, у него было благословение спать очень и очень долго. Но все-таки, да, все-таки этот самый Равана выпросил у Брахмы, чтобы он просыпался на один день в течение 6 лет. Вот, да, и Равана, и этот Кумбхакарна был четверован, и голову ему отрубил Господь Рамачандра. Вот, но Равана тоже был убит. Затем наступила Кришна-лила, и Джая-Виджая пришли как Шишупала и Дантавакра. Шишупала и Дантавакра. Вот. После этого, когда Кришна убил Шишупалу, его душа вернулась обратно на Вайкунху, и то же самое постигла Дантавакру. Вот 3 рождения были завершены, но когда пришел Господь Чайтанья, Джай и Виджай, вновь спустились, как внеочередное воплощение, они спустились, как Джагай и Мадхай. Вот. Итак, чтобы дать возможность пройти еще одному рождению Джай и Виджай в виде Шишупалы Дантавакры, Кришна не зашел еще раз. Вот. Кроме того, Кришна пришел исполнить свое обещание, которое он дал во время Рама-лилы. Несколько обещаний он дал во время Рама-лилы, когда вместе с Ситой и Лакшманом он удалился в лес Дандакаранья в изгнание, в исполнение воли своего отца. Он выглядел так прекрасно. Он был возраста Кришны на самом деле. Он был 16-летним юношей, у него были гладко расчесанные волосы, завязанные здесь вот в моток. И он был саду, да, то есть они были инкогнито, они вовсе не были одеты как кшатри, они были лесными отшельниками. Вот. Они наткнулись на 60 тысяч мудрецов леса Дандакаранья, которые совершали арадхану, поклонение Кришне на самом деле, потому что они поклонялись, воспевая Гопала мантру. Когда мы повторяем Гопала мантру, должен появиться Кришна. Но если делать что-то не так, появится кто-то другой. Вот так и было в случае мудрецов. Появился Рама. На самом деле это не другой, это тот же Кришна, но он появился в другом качестве. И он понял настроение их сердца. Они хотели обрести Господа своим, как бы, ну, как они понимали, супругом, но он сказал нет. В этой жизни я Экапатни Вратадхари. У меня обет. Я принял только одну супругу, Ситу. Я не могу разделить свою любовь на 60 тысяч других частей. Когда я буду Кришной, я приду во Врадж. Поэтому отправляйтесь уже сейчас туда. Медитируйте, ждите моего появления. Когда я появлюсь, вы станете гопи. Поэтому, когда Кришна пришел во Врадж, когда наступила эпоха Шарат, то есть осень, началась осенняя Расалила, и эти 60 тысяч мудрецов, которые приняли уже к тому времени тело Гопи, вошли в Расалилу. Вот. Шри Расалила Ки и Джай. Есть 2 Расалилы. Одна осенняя, другая весенняя. Осенняя Шаради Расалила открыта только для, то есть не только для осознавших себя душ, вечно освобожденных душ, Нитья Лила, но Нитья Сидха, но также и Садана Сидха, тех, кто обрел совершенство путем совершения практики садханы. Так? Мы сейчас совершаем садхану. У каждой садханы есть садья.
мы совершаем определенную деятельность, целенаправленно, чтобы достичь определенной цели. Знаем ли мы нашу цель? Какая наша цель? Лалита, Анурадха, какая наша цель? Войти в Раса-лилу, стать спутницей Кришны, гопи, в теле гопи. В особенности и самое главное, служанкой Шримати Радхики. Это наша садья. Об этом мы можем говорить открыто. В этом нет ничего запретного. Поэтому мы слушаем Раса-лилу, мы слушаем эти сладостные повествования. Так вот, 60 тысяч мудрецов Дандакарани, они вошли в Раса-лилу, они известны как Риши-чари. Риши-чари. То есть они достигли совершенства Сурва, будучи Риши. Вот. Поэтому нужно стать такими, как они. Во что бы то ни стало, достичь желанной цели. Иначе цель может быть не достигнута. Да? Может быть, пройдет очень-очень много жизни перед тем, как будет достигнута. Дай Бог, если будет. Но должна быть. Вот. Итак, была еще одна причина. В Джанакапуре Раму увидели многие Раджа Кумари, царевны. Джанакапури — это столица Махараджа Джанаки, то есть отца Ситы. Он объявил свайамвару, то есть церемонию, свадебную церемонию, не свадебную, а церемонию получения руки Ситы. Сита должна была получить в мужья только лишь того, кто выстрелит из лука Шивы. Смотри. Да. И Рама очень легко не просто натянул лук, но он треснул и разломился. И поэтому он получил руку Ситы. Но другие царевны, которые были при этом, они подумали: «О, как было бы прекрасно, если бы Рама женился на нас тоже. Мы хотим выйти замуж за Раму и больше ни за кого другого». Так как их поклонение было целенаправленным, Господь Рама сказал: «Увы, я Экапатни Вратадхари в этой жизни, у меня лишь одна супруга и больше быть не может, но так как вы хотите меня и только меня получить в мужья, то вам придется родиться, когда я буду в Кришналиле. В Двапара-югу вы выйдете из лона гопи», дал он им благословение, и прошло много лет, Рамачандра принял их как Кришна, да? Затем еще была одна причина из Рама-лилы, почему Господь Кришна пришел. После того, как Ланка была разрушена и Сита была вызволена из гнева, была вызволена из плена Равами, один стиральщик пожаловался, да, когда его жена не переночевала дома, он сказал: «Я не могу тебя принять, я не как Рама, который принял Ситу после того, как она была в изгнании, и она, то есть она была у другого, то есть Равана ее похитил, а он ее принял обратно». Рама был настолько верен Дхарме, настолько был верен установленным принципам, что он выслал Ситу в изгнание. И так она отправилась в изгнание, даже несмотря на то, что она была беременной, а Рама об этом не знал. В изгнании в ашраме Вальмики Муни у нее родились Лава и Куша. Вот. И Рама хотел совершать жертвоприношение каждый год. Но Васишта сказал ему: «Ты не можешь совершать жертвоприношение без жены. Нужно, чтобы рядом с тобой была твоя супруга, царица. Тогда ты сможешь совершать жертвоприношение». Но Рама взмолился ему: «Пожалуйста, сделай что-нибудь, пожалуйста. Дай мне какой-то метод, благодаря которому я смогу совершать жертвоприношение». И Васишта сказал: «Хорошо, тогда ты должен будешь изваять золотые статуэтки Ситы, божества, золотые мурти». Рама при помощи зодчего изваял эти статуэтки, и они получили название золотых Сит. То есть каждый год у Рамы была новая Сита в виде божества. Мы должны верить в то, что божество – это сам Господь. Если у кого-то есть божество дома, у вас живет сам Господь. Нельзя пренебрегать этим служением. Нельзя пренебрежительно относиться к арчане. Почему? Потому что арчан – это то, что станет баджаном. Сейчас мы совершаем арчану, поклонение. Вот здесь мы тоже совершаем арчану. Это тоже божества. Нельзя думать, что это просто картинки. Это божества. Правда, у них есть одна специфика. Они
не объемные, они как бы плоские, вот поэтому мы их не можем одевать, не можем их укладывать, но если холодно, мы можем накрыть их, например, шерстяным шарфиком, вот, или если жарко, мы их омахиваем чамрам на ментальном плане в данном случае, вот, поэтому, да, поэтому мы тогда будем принимать просад тоже на ментальном плане, вот, да, мы заслуживаем этого, вот, то есть я хочу сказать, нужно иметь полную веру в то, что божество – это сам Господь, поэтому, разумеется, Рамачандра знал, что это сама сита, это были ситы, эти ситы были живыми, и поэтому они тоже захотели, о, мы хотим действительно жениться на тебя. Но он сказал, извините, но я не могу жениться на многих ситах в этой жизни. Они были отличны от ситы, они были божествами. Он сказал, ну хорошо, вот вам компромисс, в следующее воплощение вы придете ко мне и вы станете гопи, вы войдете в мою расу лилу. Так золотые ситы тоже стали гопи. Еще одна причина. Когда Шурпанака, уродливая сестра Раваны, да, Ракшаси, она тут же полюбила Раму. Он был таким юным и прекрасным. Вот. И она попросила, чтобы он взял ее в жены. Но Рама схитрил, он сказал, лучше отправляйся к Лакшману. Лакшман не женат. Лакшман тебя примет. И он мой младший брат, так что разница небольшая, что он, что я. Он красивый, такой, так же красив, как и я. Ну, Шурпанака подумала, ладно, она пошла к Лакшману, Лакшман сказал, о, если я возьму тебя в жены, тогда ты останешься моей служанкой. Уж лучше иди-ка ты к Раме. Если пойдешь к Раме, то ты действительно станешь царицей, и я буду тебе служить, как своей старшей сестре, ну, как матери практически, жене старшего брата. Вот она пошла, но Рама опять дал отказ, и так они ее, как сказать, направляли один к другому какое-то время, пока... Она сказала, это сита во всем виновата, это злодейка украла разум Рамы, и он не хочет принять меня в жены. Я съем тебя сегодня на обед. И она набросилась, людоедка, да, Ракшаси, она набросилась на ситу, но Рама немедленно велел, на ситу, Рама немедленно велел Лакшману убить ее, и, то есть не убить, простите, обезобразить ее. И Лакшман немедленно отрезал ей нож и уши. Нос и уши. Ножом отрезал нож, а не наоборот. Вот. Ножом тогда отрезал ей цёки кинжалом нос и уши, и поэтому она с воем выбежала и отправилась к Раване. И это была одна из причин, почему Равана напал на ситу, то есть он украл ситу. Вот. Поэтому в Кришналиле Шурпанака стала Кубджей, горбуни из Мадхуры. И это один из видов рати, один из видов любви к Кришне, который называется саманджаса, то есть обычная рати. У Кубджи, когда она обратилась к Кришне, она сказала, «О, дорогой герой, ты так прекрасен, я хочу понаслаждаться с тобой, я хочу насладиться с тобой, пожалуйста, приди в мой дом». Кришна сказал, хорошо, но сперва я должен выполнить свои обязанности. Я должен убить некоторых демонов с Камсой во главе, а потом я удовлетворю твое желание наверняка. Поэтому он вечером пришел к Кубджи и выполнил его желание. Но у Кубджи это рати, которое было в ее сердце, оно эгоистично. То есть оно ради личного счастья. Ради собственного счастья Кубджи хотел насладиться с Кришной. Тем не менее, ради того, чтобы удовлетворить желание Кубджи, Кришна не зашел в этот мир. Также Нарада, он побудил Кришну не зайти. Однажды Нарада был в садах Куверы, своего друга, казначея полубогов. И в этих садах резвились два сына Куверы, Нала Кувера и Манигрива. Они наслаждались юными девами в водах пруда. Они были пьяны, они охмелены небесными напитками. Они даже не заметили, как пришел Нарада. Нарада, увидев этих двух горделивых сыновей своего друга, занятыми утехами с юными девами, проклял их. Как это было? Юные девы, они стыдливо прикрылись, увидев мудреца,
А эти двое, когда они наконец заметили его, были настолько хмельны и, как сейчас говорится, неадекватны. Они сказали: «Эй, чё я сюда пришел? Что, нет другой дороги? Ну проваливай отсюда! Чего ты мешаешь нам наслаждаться? Эх, святоша нашелся». Вот. Он сказал: «Вы настолько бесстыжи, что вы похожи на деревья, потому что деревья тоже ноги. И они стоят перед всеми в обнаженном виде. Поэтому вы станете деревьями. Немедленно тела Навакуверы и Манигривы стали покрываться корой. И они поняли, что пророчество, то есть проклятие мудреца сбывается. Тут же они протрезвели, знаете, как бывает от шока человек трезвеет, если он даже пьян. Также они взмолились ему: «О, дорогой Нарада, пожалуйста, прости нас. Мы клянемся, больше не будем тебя оскорблять таким бесстыжим образом. Хорошо, я принимаю ваше раскаяние, но уже поздно. Оскорбление было нанесено. Проклятие было произнесено. Поэтому вам надлежит стать деревьями, и вы им уже станете. Но, это произойдет в саду, во дворе Нанды Бабы. Он придет, то есть когда Кришна придет, вы будете во дворе Нанды, и Кришна сам освободит вас. Поэтому однажды, когда маленький Кришна играл со своими, он воровал масло, он шалил в доме Яшоды, он пробил, раздосадованный тем, что мама Яшода не обратила на него внимания, подбежав к молоку, которое перекипало, переливалось через край горшка, он побежал и разбил горшок с йогуртом, раздал этот йогурт обезьянам и медведям, которым, кстати, задолжал срама Лилы, потому что он их не отблагодарил тогда за то, что они построили мост на Ланку. Он раздал им эти лакомства и наследил на полу, и мама Яшода поймала его, занесла над ним палочку и сказала: «Ты, шаловливая мартышка, сегодня я проучу тебя. Вот, я обязательно свяжу тебя». Наконец она связала его, привязав к ступе для взбивания масла. Кришна одно время стоял и хныкал, но подошли друзья, и он развеселился. Он вновь увидел, что они играют, и это вселило ему какой-то оптимизм, что ситуация не безвыходна. И друзья его позвали. И: «Кришна, ой, мы тут играем, а ты привязан к ступе, но это не страшно, что ты в таком положении. Ты можешь играть с нами даже в положении, привязанном к ступе. Вот, поэтому они позвали Кришну, и Кришна, он пополз и за собой поволок ступу. Вот как здорово, я буду играть со своими друзьями, даже несмотря на то, что я привязан к этой ступе. Ничего, что она тяжелая, все равно мы поиграем». Так он пополз и прополз между двумя деревьями, которые росли во дворе. А ступа зацепилась между ними. И Кришна поэтому с усилием он прополз между ними. И от этого усилия, от давления ступы, деревья треснули с оглушительным грохотом и опрокинулись. Одно направо, а другое налево. И мальчики-пастушки немедленно подошли туда. Все вообще сбежались на шум, что такое произошло. И они увидели... Еще до того даже, как все сбежались, мальчики-пастушки увидели, как из каждого из деревьев вышел светящийся полубог. Ну, светящееся существо, они же не поняли, полубог, то есть маленькие дети, они не понимают, кто полубог, кто вообще бог, то есть тем более. Вот. Поэтому они увидели двух сияющих существ со шлемами, украшенными драгоценными камнями, изумрудами, там, золотыми украшениями. И эти два существа, сложив ладони, стали молиться Кришне, благодаря его за чудесное избавление. И он сказал им: «Ступайте теперь в свою обитель». И они отправились в свою обитель к Кувере. Вот, после чего сбежалась вся остальная родня. «Что произошло? Что произошло? Наш Кришна, наш Лала, он выжил! Как прекрасно! Такое чудесное избавление! О, хвала тебе, Господи! Хвала тебе, о Нараяна! Ты спас нашего Кришну от такой беды!» Вот. А что было? Что было? Мальчики-пастушки услышали вопрос от старших и начали отвечать на своем ломаном языке. «Двое таких пришли, они вышли из деревьев, такие большие, такие сияющие, такие, и так мы удивились, и они сложили руки и стали молиться Кришне».
Вот, а Кришна им сказал, хорошо, мол, идите, мол, в свои обители, вот такое все было. И с детским языком, едва выговаривая слова, они это сказали, знаете, как дети говорят, они не придали, какой-то вздор несут, они не придали значения этим словам. Вот, ну потом Нанда Баба развязал наконец эту веревку. Вот, так вот, чтобы выполнить проклятие Нарады, Кришна пришел, чтобы освободить Налакуверу и Манигриву. Еще причиной стало то, что Кришна хотел совершить Раса-лилу. Мы говорили об этом самое-самое главное. Гопи,